Всем привет! Сегодня я буду слушать Макса Коржа «Два типа людей». Мне нравится Макс Корж за его такую серьезную тематику. Он всегда, ему есть что сказать, а нам есть что у него послушать. Поздний вечер, из окна на кухне тени зажигают свет. Сколько ни пытался разобраться в людях, я устал, отец. На моем пути встречалось много разные все. У каждого здесь своя правда, свой бог и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей. Идут по головам, не жалея ногтей. И черта оправдают, лишь бы оседлать цели. Есть два типа людей, другие никогда не оставят в беде. Встающие за совесть и уперты за честь. Смотри, не разорвись, между ними ее нет. В темноте пала звезда за горизонт. Ну а что, если каждому нужен отдельный подход? Ведь этот вроде бы соврал, но покаялся прям вслед. Этот вроде бы воровал, но исправился в момент. Этот с виду нахал, наплевал на всех. А поговоришь нормально наедине. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы лгать, пуская в глаза пыль. Другими всем казаться, подбирать плотней. Послюну вытворять, так что крыша в огне. И есть два типа людей. Другие никогда не подставят друзей. Не скажут за себя, не утушат в ответ. Смотри, не разорвись, между ними ее нет. Будь готов, наверняка настанет тот миг, когда ты останешься здесь совершенно один. И те, на кого ронялся, набили кошельки. И вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с пути. Чтобы на своем стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Я ждала, что этот рост будет, а... До конца верить, берутся помогать. Тебя закричит. Потерь, их совесть чиста, как слеза матери. Два типа людей, они могут прощать даже самых зверей. Те этим поживиться не упустят момент. Внутри не разорвись, между ними юнец. И есть два типа людей, одни готовы рвать этот мир до костей. Идут по головам, не жалея ногтей. Что-то оправдает, лишь бы оседлать цели. Есть два типа людей. Другие никогда не оставят в беде. Стоящие за совестью и пёрты за честь. Смотри, не разорвись, между ними юнец. Есть два, есть два, есть. Смотри, не разорвись, между ними юнец. Вот он еще умеет правильно... как бы выражать не только свои мысли, но еще и музыкой подчеркивать. Очень длинная песенка. Ну, что я хочу сказать про Макса Коржа. Я люблю Макса Коржа. Вот. Мне нравятся его мысли, его... То есть, моя точка зрения совпадает с его точкой зрения, поэтому вот нам как-то... Ну, то есть, я его понимаю. Все его треки, все его мысли, они созвучны с моими. И как бы на одной волне мы с ним. Вот. Ну, думаю, ну что такое два типа людей? Ну, о чем он там может сказать? Ничего вроде такого интересного. Ну, вот опять как-то поднял эту тему. Конечно, типов людей гораздо больше. И каждый из нас в, т-
той или иной жизненной ситуации может попасть и в тот тип, и в другой тип, и быть хорошим, и для кого-то плохим. Поэтому тут сложно судить, сколько нас, столько и типов. Вот так бы я сказала. Вот. Но он как бы поднял такие, вот четко разграничил людей, а все мы разные, и неизвестно, куда нас занесет в очередной жизненной ситуации. Тут мне предложили оценивать по 10-бальной системе всех исполнителей, и я думаю, ну, надо попробовать. Но как бы просто вот чисто по 10-бальной, наверное, неинтересно. Вот если по смыслу, то вот я считаю, что Макс Корж открыл вот этот смысл. Вот 10 баллов я ему поставлю за то, что он, в общем-то, смог раскрыть тему. А по музыке, вот когда он там начал в начале, думаю, ну ёлки-палки, что-то как-то это тоскливо. Ну, потом вот и рост был, и все было вот как-то как надо, но вот не могу сказать, что мне прям вот супер-пупер. Поэтому вот по музыке я бы ему 8 поставила. А 8 плюс 10 будет 18. Делить на 2 будет 9. Поэтому я ему ставлю 9 баллов. Всем пока!